Что сейчас обеспечивает стабильную ситуацию в России? Высокий рейтинг Путина. Ну да, вчера вообще зашкаливало. Ну, это, понимаете, это же, так сказать, это же еще в рамках переговоров с Западом, то есть там, что вот у нас ситуация стабильная, население... Да, население, так сказать, доверяет лидеру. И если мы, так сказать, сейчас еще, так сказать, даже и пойдем на какие-то, на еще большее снижение уровня жизни, то ничего страшного не произойдет. На самом деле, я думаю, что это, ну, это такие же ритуальные жесты, как и угроза в эскалации конфликта на юге Украины, потому что... Но я думаю, что ни для кого не является секретом, что на самом деле ситуация намного более сложная в России. Но просто высокий рейтинг Путина — это гарантия политической стабильности для всех группировок, существующих в его окружении, и для всех группировок, которые сейчас ведут переговоры с Западом о каком-то постконфликтном будущем России. И это является гарантией для Путина личной безопасности. Потому что если он уходит как победитель, с высоким рейтингом, ну или там, тем более, что сказать, это под каким-нибудь хорошим лозунгом, что надо... Дорогу молодым. Ну, а дорогу молодым, или, так сказать, это нужны реформы, его, так сказать, пускай кто-то реформу проведет, а мы, так сказать, уже все сделали, к ним подготовили, то это для него и гарантия личной безопасности. То есть он может получить какой-то особый статус в российской политике, который в том числе исключит какую-то возможность его преследования со стороны каких-то российских политических сил, которые к нему плохо относятся или пожелают с ним за что-то расквитаться, и там, преследование страны Запада. То есть фактически он находится в положении Пиночета, да, перед уходом. Да, Пиночет надолго себе обеспечил безопасность, как мы помним, передав тогда добровольно под давлением американцев в руки гражданского правительства, власть в стране, вот он надолго обеспечил себе безопасность. Я думаю, что вот подобная же ситуация сейчас возникает, вот, сравнимая, да, в России, когда надо, чтобы лидер, который перестал устраивать США, с одной стороны ушел, с другой стороны страна осталась бы стабильной. И высокий рейтинг Путина является гарантией того, что этот переход власти осуществляется более-менее стабильно, что не возникнет каких-то социальных волнений, не возникнет политических конфликтов, которые могли бы расколоть страну.